Более 300 человек приняли участие в субботнике в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. К акции присоединились работники образовательных и социальных учреждений, депутаты окружного совета, общественники и жители. Активисты очистили территорию парка от мусора и валежника, провели опиловку сухостоя. Собранный материал в ближайшее время переработают в щепу и используют в парке в качестве материала для тропинок. Всего, по словам главы округа, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова, удалось очистить более 700 квадратных метров парковой зоны.